Привет, мои дорогие! Я сейчас хочу вам показать штучку, которую я себе купила. Я увидела на Амазоне, появилась новая фирма с сумками и кошельками кожаными, натуральными, с коровьей кожи, как там писала, и заказала себе кошелек. Ну, цены у них небольшие, от 150 до 200 евро можно купить сумочку. Кошельки до 50, так, в границах 50. Чем мне понравилось, я еще такого не видела никогда, я, наверное, может, мало всего повидала в жизни, они делают цветы на коже. Смотрите, вот пришла такая коробочка, да, тут внутри была целая библиотека, какие-то книжки, неизвестно на каком языке. Фирма, по-моему, американская, называется Afison. Так, я делаю на фронталку, да, все наоборот получается. Вот было так, вот так вот открываем, да, вот тут мешочек. Мешочек и вытаскиваем. И здесь такой чудесный кошелечек. Прикол в этом всем такой, что это вот все выдавлено. Выдавлено. И вот у них так вот и цветы выдавлены. И вообще, я так поняла, что их фирменный знак — это роза. Потому что они на многих кошельках потом еще такую этикетку там добавляют с розой. Вот это вот их роза. И это вот они все разукрашивают руками. Посмотрите. Чудо чудесное. Кожа настоящая. Можно на ней спать, можно с горки ездить. Ничего с ней не будет. Все чудесно. Вот замочки вот ходят как вот маслом смазанные. Вот такая кисточка, да. Внутри тоже чудеса, красиво, все гладко. О, извините. Там денежка, вот такая вот подкладка шелковая, если там видно, не видно. С какими-то тоже орнаментами. Да, кошелечек, вот замочек, замочек. Вот такой замочек малюсенький, да. Вот если у кого-то длинные ногти, то будет прям вот проблема вот за этот замочек его там словить. Мне вот тяжело своими огромными пальцами. Мне тяжеловато, да, вот, вот такая писюлечка масленькая, да. Ну, замочки все ходит хорошо, подкладочка внутри шелковая, вообще видно, что кожа, пахнет кожей, деньги летят, ладно, кожей пахнет, все, все отлично, всем довольна. Ну, вот фурнитура, люди дорогие, ну, это же так называется, да, вот эта фурнитура, ну, говнище попросту. Дешевое китайское барахло. Вот это вот вообще бляха. Медяшка покрытая. Ой, покрытая чем-то там золотистым. Обдерется мне. Тут дырка, вон, ноготь могу просунуть спокойно, да. Наверное, надо взять плоскогубцы, самой придавить, потому что кошелек отсылать назад не хочу, потому что больно мне нравится. Так что вот, вот показала вам. Да, я искала на эту фирму там какие-то комментарии. Фирма американская, поэтому я ничего там на немецких или русских сторонах ничего не нашла. Лейбл они нигде не набивают свой, Afison, Afisonовский. Ну вот, если кого-то вдруг заинтересует, то кто-то будет спрашивать, что там, как там. Ну да, красиво, красиво, но вот эти штучки могли бы быть и подороже. А это все ручная работа. Они там кисточками малюют, рисуют. Узоры у них все разные, а я там видела ну, негативных комментариев много, потому что заказывают сумку с фотографией, а приходит и узор немножко другой, цвет немножко другой. Но тут можно понять, если это ручная работа, но не могут они просто каждый раз нарисовать прям идеально то же самое, что на фотографии. Так что за это простим. Ну, так что я довольна, довольна на 80%, скажу так. Ну, сами решайте. Ну, вот это, конечно. Вот это вот натуральное, да. А внутри вот такая вот тоже была кожаная бляшечка, толстенная кожа, ничего с ней никогда не случится. Короче, кошелек будет целый, пока вам замок не рыпнет. А замок рыпнуть может. Так что все, целую, поздравляю. Покупайте себе новые игрушки. Пока.